Всем привет! Хочу поделиться с вами очередным видео распаковочки ножа, который пришел ко мне со Швейцарии. Чтобы не порезать ничего внутри. Отложим в сторону. Значит, вот такой вот футлярчик, и внутри вот такой вот малыш. Ну вот, значит, этот ножичек, у него есть карабинчик, вот накладочки деревянные, это то ли латунь, то ли что-то такое. Вот. Ну, вот такой вот маленький ножичек. Ну, весит он 45 грамм. Ну, чехольчик смысла нет взвешивать, он вообще ничего не весит. 5 грамм. Вот. Размер малыша в сложном состоянии вместе с карабином. Шесть и девять. Размер лезвия 4,1 миллиметр, ну и размер режущей кромки 3,5 сантиметра. Ну, насчет остроты ножа. Насчет остроты ножа я, конечно, сомневаюсь, но, да, вы знаете, режет довольно-таки шустренько, конечно, не бритва, но режет. Думаю, что на пасти Гои я подправлю это дело, и будет замечательно. Толщина лезвия 2 миллиметра. Вот, ну, liner lock сделано. Тут еще видите, внутри, сейчас наведу резкость. Вот. Вот это вот полировочная паста, которая забита. Вот, как я сказал, уже liner lock. Открывается свободно одной рукой. Вот. Ну, такой вот маленький, симпатичный, на мой взгляд, ножичек. Вот. С карабинчиком также. Также имеется вот такое колечко на ключи. Ну, вот такой вот ножичек. Всем спасибо за внимание. Все, пока. Пока.